Есть, есть. Девочки, положите сумки, возьмите кисточки, присоединяйте. Ищем рубль 2. Возле входа. Рубль 2 ищем. Рубль 2. Ладно, ну давайте, мы уже призываем, что занято. Нам было жалко, по копейке нельзя приезжать. Надо наклеить, чтобы они их не использовали, чтобы не оторвали. Еще. А то если потом возьмите, нам будут выдавать. Давайте, давайте, давайте. Давайте около стаканчики. Стаканчики, давайте. Я буду стенрить, вы. Я приехал, я вот стенрить. Нет стаканчики. Давайте, просто стаканчики. Она уже там намазана. Это, конечно, отклеится. Нам действительно таким крепким. Мы можем краской сверху пройти. Вот, баночка. Так можно с этим клеем сразу сверху. Действительно, привязывайте, девочки, ой, сверху эти, потому что они сейчас отклеятся. Сверху клеить. Девочки, то сверху прям. Возьмите вот тот. Отклеить. Возьмите клей. Возьмите. Давай. Не жалейте клея. 5 гривен, это уже слишком, кто так раскошелился. Капитально. Нам нужно его как дорожку. А Диан? Так, чтобы девочка. Снимай все. Это вот во что они превратили национальную валюту. Шо? Вот это у них деньги. Да, не то слово. Мы можем потом пересчитать. Здесь будет лежать. Будет лежать 2 доллара. История. 2 доллара это точно. Сподіваємось, що все буде гарно. Вибач, Ярослав. От ти, Володимир Великий. Ще не вмерла Україна. Вибач, Богдан Хмельницький. То, що гімн такий у нас. Да це повна жопа, вибачаю, Ні, ну серйозно, гривня була ще в Київській Русі. А ми їх отак. Це ульот якийсь. До другої сторони була. А яка разі? Там, де при вході.